Так, ребят, короче, какая-то херь. Мне она совсем не нравится. Признаться честно. Но какие-то крит-ошибки просто начинаю. Ну, вот уже второй раз на компе, как бы. А-ля синий экран, короче, вылазит на 10-й винде. Правда, по-другому выглядит. Но я, честно говоря, не знаю, что это значит вообще. Вот. Вообще какие-то обновления начали ставиться сейчас нелепые, ну не знаю. Посмотрим, что дальше будет, конечно, но совсем что-то это не очень. Так, сейчас пока свернуться не могу, ребят, то зависнет все, как обычно в Fallout бывает. Сейчас загружу игру и продолжим мы. Так, секундочку. Меня еще сбросились в опсе все настройки. Почему-то не понял, почему. Making me carry the heavy stuff, aren't you? Come on!
Сейчас здесь всех закрошим мы, короче. Так, ну что? Кого он там лепит-то? Наших лепит. Не надо наших лепить. Так, а оружие надо мне ему передать. Бля, чё, они тупые, что ли? А, их нельзя покрошить, короче. Это дети какие-то. Легионские. Thank you.
Так, короче. Так, Russian Quarter, где она у меня тут это? Чистая бойня голимая. Так, мимо все. Где он там погиб-то, ё-моё? Чертовщина, бляха-муха. Так, Russian Quarter, Buff Out. Винт. Медикс. Кого они там бьют-то? Всех покрошил, короче, я здесь под наркотой. А как еще быть-то мне?
Так, всех снес здесь. Кто там красный-то где? Я чуть не понял. Так, понял я вас. Все, всех покрошил, чё. Так. Making me carry the heavy stuff, aren't you? You're a scrapper, baby. Baby, that can go any direction you want. We can take Vegas together, or... Baby, you can't just leave me tied up. Those Legion boys will put me on a cross. Change in plans? Change in plans? Ooh.
Кранты тебе, Бенни. Кранты. Так, интересно, это как-то отразится на дальнейшем прохождении, то, что я здесь-то всех покрошил. Получается, я Цезаря уже завалил. А чё воевать-то тогда? Так, что-то я забылся, ё-моё. Погодите, ребят, короче. Так, ребят, я, короче, прерываюсь. Мне за Машей надо сходить.